Акиматы должны пересмотреть подходы к планированию бюджетов. Факты нецелесообразного использования бюджетных средств в регионах привела депутат Мажилиса Динара Закиева. В новостных лентах время от времени появляется информация о расходах местных исполнительных органов в регионах с указанием конкретных сумм, которые вызывают оправданное возмущение среди населения с учетом остро стоящих социальных вопросов, сказала Закиева, озвучивая депутатский запрос в адрес министра финансов. Ранее Счетный комитет не раз упрекал Кабмин в неэффективных тратах бюджета. Например, то, что Кабмин берет деньги из нацфонда и набирает внешние займы. В итоге растут долги, а нацфонд тает. Причем деньги уходят на покрытие дефицита бюджета. То есть тратятся деньги неэффективно. А депутат Закиева конкретно остановилась на тратах акимов. По ее словам, на предложение депутатов о решении конкретных вопросов акиматы зачастую ссылаются на отсутствие дополнительных бюджетных денег, которые, думает она, возможно изыскать в действующем бюджете за счет пересмотра и анализа эффективности расходования денег. Так, после изучения бюджетов местных исполнительных органов, только по двум направлениям выяснилось, что за два прошедших года на оформление к праздникам и визитам в городе Шымкент выделено более 3 миллиардов тенге, в то время как в Североказахстанской области около 10 миллионов тенге. А вот по данным акимата Жамбылской области, средства на оформление не выделялись. Следовательно, можно обойтись без указанных затрат. Ранее аудиторы сообщали, что у наших субъектов квази-госсектора всегда самым главным аргументом является то, что у них деньги находятся на депозитах, и по депозитам они получают проценты. Но насколько это эффективно, когда миллиарды лежат без дела, удивляются независимые экономисты. По словам депутата Закиевой, вызывает много вопросов подходы по выделению денег на такие статьи расходов, как обеспечение санитарии населенных пунктов, например, уборку снега. В городе Нур-Султан на уборку снега, учитывая, что придомовые территории от снега чистят КСК, на 3 года из бюджета выделяется более 50 миллиардов тенге. То есть в день в среднем более 100 миллионов тенге. Если, например, сравнивать с Кустанайской областью, учитывая схожие погодные условия, то там на целую область на 3 года выделено 4,8 миллиарда тенге. Соответственно, в день в 10 раз меньше, чем в столице. Таким образом, депутат считает сделать необходимым первое – местным исполнительным органам пересмотреть подходы к планированию бюджетов и их оценки. Второе – оптимизировать бюджеты в пользу создания реальных механизмов по решению актуальных социальных проблем. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.